В нашей студии Валентина Герт, мастеровой творческой мастерской крупного строительного гипермаркета. Доброе утро. Доброе утро. И сегодня мы будем говорить о том, как посадить траву для питомца. Я, если честно, сильно удивилась, потому что я всегда считала, что есть, ну, для питомца какую-то там траву посадил и все. А бывает трава, оказывается, для кошек, для грызунов, для морских свинок отдельный вид травы, для домашних кроликов еще один вид травы, для хомячков. Это тебе не морские свинки, да. Им нужна своя трава. Для собак и даже для пернатых. Можете себе представить? Я вообще очень удивлена. Рассказывайте, садить нужно тоже все по-разному или все одинаково делается? Да, все одинаково. Ну, хорошо. То есть мы также вскрываем упаковочку, тоже у нас есть отдельная трава. Для кошек. Скакун, да. Угу. То есть вскрываем, садим по-разному. А у нас также есть наборы для рассады. То есть вот такие формочки, это из специального, так называемого, биоразлагаемого, да, материала. Они уже, кстати, землей идут, да, специальным торф, наверное, да? Да, торф, и этот торф мы, когда садим, уже у нас ростки прорастают, мы можем в грунт вместе с упаковкой высадить. А, вон оно как получается. Скажите, какое количество семян нужно в каждую ячейку? И какой самый главный уход? Требует ли это большого внимания от особо жителей? Большого внимания для травы не требуется. А для каких-то других культур, я думаю, как помидоры, огурцы, там, естественно, уже будет подкормка какая-то. А, кстати, вот в эти наборы для рассады мы же можем посадить не только траву, да? Да, это конечно. Как раз вот огурцы, помидоры, все то, что нужно будет высадить потом в огород. Хорошо. А у вас, может быть, по опыту, по практике есть ответ на вопрос, какая трава быстрее всего всходит? Нет, к сожалению, нет. Или хомячкам, да? К сожалению, нет. Я обратила внимание, что там у вас земля, а здесь у вас вот эти вот таблетки. Это именно как они выглядят. А, то есть это мы ее, если разобьем, то будет вот то, что... Мы ее размачиваем, так. Добавляем туда воду, и она в течение уже, наверное, 5 минут размачивается до такого состояния. Ага, вот оно что. Хорошо, а присыпать нужно то, что мы высыпали сейчас в ячейке? Да, конечно. И мы поливаем уже. Ну, здесь немножечко грунт уже... То есть уже... мы прикапываем это все? Да, грунт уже идет у нас мокрый, потому что я его недавно размочила. Мне интересно, меня больше заинтересовало, ну, с посадкой это все понятно. А разная трава, чем она отличается? Ну, разные виды трав. По мне так даже на фотографиях, посмотри. Слушай, одна но помидорки та же трава. Тоже вроде как одинаковые, но по вкусу, по форме разные. И по форме, по вкусу но разные. Здесь, даже на рисуночках примерно плюс-минус одинаковая трава. Ну, может быть, содержание каких-то определенных веществ, минералов или полезных. А вот, смотрите, состав овес, скакун 72%, мятлик луговой 5%, райграсс однолетний, викинг 23%. Это у нас был... хомячки. Так, давайте теперь посмотрим, например, для собаки. А вот для собаки скакун 50% и райграсс однолетний 50%. Ну, вот, все, есть разница. Разные, значит, наполнения, да, разные вот этих вот упаковочек. Скажите, а по поводу цены, наверняка они стоят так же, как пакетики с семенами, или чуть дороже? Нет, они так же стоят, как и пакетик. 30-40 рублей, да, что-то типа такого. Самое да? дорогое 20 рублей. 20 рублей самый да. дорогой пакетик. Ну, а действительно, какая трава взойдет быстрее, ну и в конце концов, приглянется ли она для вашего питомца по вкусу, вы сможете узнать самостоятельно, потому что этот процесс не быстрый. Что там вообще написано на упаковке, Женя? Вот по-разному пишет. Для выращивания когда? Подойдет любая. Вход. Так. Всходы появляются на 2-10 день. Уход заключается в своевременных поливах. Зелень срезают по мере отрастания. Посевы проводят каждые 10-15 дней. Ну, все, то есть это еще получается и многоразовый грунт у нас, да? Да, конечно. Все, мы дали вам подсказку, если вы не практиковали до этого, и есть такая возможность, покупайте, доставляйте себе удовольствие в виде посадки, да, ну и, конечно же, своим питомцам, чтобы они питались витаминами. Вам большое спасибо и до новых встреч. И не перепутайте хомяка с морской свинкой.